Нашел жирнича одного. В общем, этот чувак спокойно выпивает 2-литровую колу за 20 секунд, мантидью 2-литровую за минуту. Тебе понравится, ссылка удалена. Я должен это увидеть, который выпивает 10 литров тысяч колы за 1 минуту. А ну-ка, ничего себе, какой нега. А чё, и какие видосы найти? 2 литра Мила Бутчак. А ну-ка, что он делает? You're watching Badlands Chugs, and today... Блин, я хочу так выглядеть реально, он круто выглядит. I'm chugging something from Australia. Что он делает? Что-то наливает. Ничего себе. Нормально, блин, какао заваривает. Так. Big smoke. Так, столовая ложка и так. Ага. Ничего себе, из сапога пьет. А он будет блевать? Я просто не уверен, что это я могу показать на стриме. Ага, ага. Так, размешаем. Так. Milo, folks. Нормально так. Fridge cold. So you know when it's fridge cold or ice cold, it's definitely hard to do. Так. Ядрить у него хохолок двигается, круто. Ядрить. Несквик пьет какао. 10 секунд, он больше половины выпил. Ядрить. Ля какой. Ё-моё. Братан, 20 секунд. Ай, не дотянул немного. Блэд, ну столько молока пить, это, конечно, что-то прям перебор. Я бы от молока столько блеванул. Но он зверь, реально. Very, very good. Да я уверен, что это very good, блин, ё-моё, неплохо. Но он навалил рэп. А ну-ка, подожди, а кока-колу? Сейчас. Супер-дупер пауэр. Я, по-моему, такой этот, это как... И он просто выпивает напитки на время и все. 2 литра спрэнклинг какой-то. 2 литра молока и пепси. Что? Молоко с пепси, блядь? Так. Чувак, зря ты это делаешь. Не лезь. Подождите, тут надо отмотать. А ну-ка. Ядрить он тиранозавр, реально. Слушайте, ну его надо нанимать в этот, как это называется? Ну, ту студию, которая про динозавров снимает, Мир юрского периода, чтобы он озвучивал трицератопса какого-нибудь. Ну, это вообще жесткий навал басов. А ну-ка. Ебать, так, подождите, слушайте, ну тут даже тут надо поинтереснее обыграть эту ситуацию. Так. Так. Ага. 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 Так. Нихуя себе, блядь, я оценил. Как будто это полное погружение, как будто он прям рядом с тобой. Ща, подождите, надо еще раз. Ебо. Ну, тут сразу чувствуется настоящая мужская сила. Прям, блэд. Я респектую. Нормальный пацик, нормально. Навалил басов. Так, подождите, ну и шо? А что он будет делать-то? А еще будет? Ядрить, если бы я так рыганул, то я бы, наверное, блеванул бы, кстати. Не знаю, как он это делает. So... Так, это он половину выпил. Ёб твою мать! Он прям туда заливает. О, чувак. О!
Он половину выпил, блядь, фу. И чё? Блядь, он ещё перемел, бро. Блэд. Так, слышите, пацаны, а можно даже, наверное, так подстроить? Сейчас, подождите-ка. Ого, так. Подстраиваюсь? Нормально? Не, ну он вообще что-то жесткий типок. Капец, ну я не выдержу такое смотреть, господа. Сори, сейчас, подождите, я что-то... Ну я хочу, чтобы он за 20 секунд... Мне прорекламировали, что он за 20 секунд выпивает... это, 2 литра колы. А, вот, 2 литра колы челлендж. Так, подождите. Ну тут он еще молодой, блин, смотрите. Ну смотрите, если... По его видосам я могу понять, что если ты пьешь очень много всякой хуеты, то ты лысеешь. Скриньте, парни. Он, видите, он был еще с волосами, там уже редко было, но он начал, короче, больше и больше жрать и пить и полностью облысел. Так, так, так. 2 литра колы, ну. Сейчас он навалит, ну. Но он профессионал, походу, в этом деле. Еды, но он или профессионал. Ну как он не рыгает вообще? Куда у него уходят газы из Кока-Колы? Посмотрите, там сколько газов выходит. Ой-ой-ой, надо рыгануть. Ебать. Ебать, ну и бас. Пиздос. Может, он как-то реально через нос выпускает газы? Но это искусство, это современное искусство. Братан, надо допить. Ой-ой-ой, в конце что-то слабовато идет. Опа! 40 секунд. Но это многовато. Но видите, это было еще в 2018 году. Сейчас он быстрее выпивает, походу. Ебать. Блэд. Ну, крутой парень. Сейчас, подождите, я вот хочу посмотреть. Вот он год назад выпивал за 40 секунд. А сейчас 2 литра чего-нибудь. Он может выпить быстрее? Так, сейчас, подождите. Вот, так. Что он тут пьет? 2 литра Мила Будхук. Он выпил за 21 секунду. Ну, он прокачался, я думаю. А ну, вот это. Yes, y'all, Badlands Chugs is back. And today, I'm gonna do the super duper boot. Don't touch that mouse. You're watching. Ой, интро есть, смотрите, какое-то. Так, ну вот она ливает. За сколько он выпил? Ядрит, но он походу рэпер, посмотрите, он на рэп-студии записывает. Это шумоизоляция. Он походу рэп читает и между делом выпивает по 2 литра всякого дерьма. Он выглядит очень токсично. Так, пошел. Пошел. Ой-ой-ой-ой. Ебать, как он это делает? Еба! 16 секунд? Я думаю, что 16. Он уже последний глоток на 16 сделал. Еба! Капец. Фу. Yeah. This is how you kick that power eight challenge. Как круто. А ну-ка, вот это. Я смотрю одно и то же, но мне почему-то это нравится. О, спрайт тяжелее идет, смотрите. Ну, спрайт очень газированный, он реально тяжелее должен идти. Ядрит, что-то он прям запотел. Тут даже таймера нет, прикиньте.
Так, ну сейчас на самое главное мотаем. Ой-ой-ой. Сорвался пранк, пацаны. Ой-ой-ой. Ядрить он монстр, вы слышали это? Ядрить, вот даже у меня чуть наушники не порвались. Убийца. Он убийца напитков. Слушайте, мне кажется, это знаете что? Он, это специальный робот, изобретенный для того, чтобы уничтожать вредную еду. Ядрить он херачит, конечно, я бы так жил. Я так хочу тоже. Хочу тоже так уметь. Но он реально динозавр, он может озвучивать динозавр. Там. Да-да-да, я слушаю. Там. В общем, не могли бы вы завтра прийти, посмотреть, что как, попробовать поиграть, и если прям так сильно зайдет, то это можно даже вывести на уровень турниров каких-то. Да, да. И как все будет проходить. И также попрошу, наверное, ресурсер пак установить, потому что там еще с ресурсером пакером вообще охеренно будет. Да, да. Хорошо, во сколько? Подражение. Да не знаю, завтра как сможем. Ну, когда будете свободны. Но это не точно, это не какой-то прям ивент, это... Да, нормально. Ну, в общем, завтра я... Зачем он меня звал? Да у меня не получается, как этот чувак. Я бы хотел, как он рыгать. Ядрить, он так рыгает, наверное, то, что стены трясут.